двигай колесом, открыть. Во-первых, добрый день, Роман. Добрый день. Во-вторых, без очков никак? Без очков проблематично, светлые глаза, поэтому очень сильно слезятся глаза. Это нужно привыкать больше пару часов, пока глаза перестанут слезиться. Поэтому я предпочел бы не снимать очки, если можно. Ну, чуть-чуть покажите нам вот себя без очков, чуть-чуть буквально. Ну, такой я без очков. Ну, светлые глаза иногда бывает. Ну да, слезятся. Роман, вот сзади вас больница, в которой вы работаете. Как я понимаю, вы возглавляете охрану, да? Да, я ответственный по охране на смене. В моем подчинении находится от 15 до 30 человек в прямом подчинении охранников. Работа, конечно, непростая, потому что, как известно, в Израиле битахон, как мы называем, занимает очень важную роль в нашей жизни, так как опасности подстерегают нас на каждом углу здесь, в этой стране. А битахон – это охрана? Да, битахон – это охрана, да. Да. Ну вот с такими хрупкими плечами, вы уж меня простите, вот такое здание, огромная больница, не страшно ответственности? Нет, страшно уже не бывает. Страшно было давно, и это уже все прошло. Но ответственность, конечно, есть. Иногда чувствуется большая ответственность за все происходящее, потому что приходится принимать решения иногда быстро, иногда ответственные решения. Как известно, сама по себе охрана – это такая вещь, что нету черного и белого. Иногда приходится вилять и, так сказать, находить очень изощренные решения. И желательно быстро. Больница, она одна из самых таких предпочитаемых террористам мест сделать террор. Почему? Потому что если сделать теракт в больнице, то можно убить сразу двух зайцев. Во-первых, теракт. Во-вторых, когда будет ранен, негде будет принимать и оказывать первую медицинскую помощь, потому что
Вот в этом плане террористические группировки очень хотят сделать теракт в больнице. И были уже случаи в других больницах, когда террористы пытались зайти и взорваться в самой больнице. Вот тут у вас лежит тетрадка. Написано, что это тетрадь вопросов. И там написан вопрос, что такое время. Как вы на него отвечаете? Там написан вопрос, но нет еще ответа. Как бы я это объяснил? Не хотелось бы отвечать на такой вопрос, предварительно не подумав хорошенько, но не знаю. Скажите, вы в армии служили офицером или рядовым? Я в армии не был офицером. Мое последнее армейское звание – старший сержант. Вы могли бы мне немножко рассказать о ребятах, с которыми вы служили вместе и с которыми случилось ваше ранение? Это было так. Во время войны я был командиром танка. Это израильский танк «Меркава-4». Можно сказать, сегодня это самый лучший танк в мире. В танке твой экипаж. Это как твоя семья. Стрелок, наводчик и водитель. Во время войны я в основном был в танке со своим экипажем, а остальных ребят из нашей части практически не видел. Мой стрелок – парень по имени Хен. С того дня, как я призвался в армию, я был его командиром. И на курсе молодого бойца, и на учениях, и на последующих этапах его армейской службы я все время был его командиром. И во время войны он был стрелком в танке, которым я командовал. Наводчиком в моем танке был Ицхак. Он уже опытный солдат. К тому времени он почти 2 года служил в армии. Замечательный парень, очень умный и трудолюбивый. Водителем танка был Николай. Он тоже не был новичком в армии. В самом начале войны он был в моем экипаже. Наверху вашей больницы, я смотрю, вертолетная площадка. Да, это вертолетная площадка для того, чтобы во время войны, во время больших терактов можно было привезти сюда на вертолете как можно быстрее большое количество раненых, и чтобы они сразу как можно быстрее получили первую медицинскую помощь. А вы участвовали, вот скажем, когда садится вертолет, эти раненые, и вы рядом, такое было? Постоянно здесь проводится раз в полгода упражнения, прилетает военный вертолет, садится. Все это есть как бы раненые, упражнения, которые упражнения, и все. Скажите, эта больница в мирное время, она служит больницей для всех граждан, как да, я понимаю? Да, это центральная больница Тель-Авива и Гуш-Дан. Сюда приезжают люди со всех ближайших городов, из Тель-Авива в частности. Получают здесь, лечат все. То есть... А во время военных действий она становится и военным объектом тоже, во да? время военных действий, да. Здесь есть возможность, опять же, лучшие врачи, очень много специалистов в разных областях, которые могут оказать первую медицинскую помощь. И, конечно же, когда на вертолете привозят раненых сюда, это занимает мало времени. Очень быстро их спускают вниз, очень быстро в операционные оказывают первую медицинскую помощь. Вы среди врачей, да? Скажите, правда ли, что врачи, если идут боевые действия, то они среди солдат, среди этих офицеров, то есть они рядом? Это правда? Правда. В каждом отделении есть, когда выходим на войну, идем, так сказать, пешком. В каждом отделении есть врач, он с нами находится все время с автоматом. Если есть бой или есть перестрелка, то он участвует в бою. Если есть раненый, то он бросает бой и бежит оказывать помощь раненым. Ощущение, что все-таки есть врач, и в случае чего мне будет легче. Это да, конечно, такое? Есть психологический акт, то, что ты знаешь, что рядом есть врач, и
в случае, если ты раненый, тяжело, и тебе нужна срочная помощь, ты знаешь, что рядом находится врач. То есть максимум через 15-20 секунд он уже будет рядом с тобой, будет оказывать помощь. И этот врач, он боец, как и все остальные. Он с автоматом, но он и врач. А такие случаи были вот в вашей практике, когда врач, там, скажем, ну вот вы сами, да, вы же участник боевых действий? Да, я участвовал во Второй Ливанской войне. Когда мы заходили в Ливан, нас обстреляли с минометов, были раненые, один человек погиб, Зихруно Левраха, Давид. И тогда врач, да, оказывал первую медицинскую помощь вместе с ребятами Хувшим, санитары, которые он вместе с ними перевязывал, зашивал все, что можно было сделать в тех условиях. На поле боя он сделал, и на танках вывезли раненых потом уже в Израиль, после того, как они получили первую медицинскую помощь там же, на поле боя. Маша Кара, для своих солдат я был немного проблематичным командиром. Почему? Why? Я считаю, что все должно быть сделано идеально. Поэтому я требовал от своих подчиненных сверхтщательной работы и полной отдачи. Что произошло? Мы уже вошли в Ливан. И вот в один прекрасный день подходит ко мне командир батальона и говорит, что его танк поврежден в бою, и я должен ему отдать свой, а сам вместе с экипажем пересесть на его машину, возвращаться на базу и ставить танк на ремонт. Я ему сказал: нет, 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 поменяйся с кем-нибудь другим. Ты не можешь взять мой танк, лучший в батальоне, в который мы вложили столько труда и любви, довели его до идеального состояния, и дать мне взамен свою развалюху. Для меня отдать свой танк — это все равно, что отдать товарищу свою подругу. Потому что мой танк — это как мой дом, как часть меня. В хорошем танке все должно быть идеально подогнано, чтобы экипаж и танк работали как единый слаженный механизм. Командир, водитель, наводчик и стрелок. Вы этого добились? Эти ребята были общим слаженным механизмом? Да. У меня танк и экипаж работали как новый, хорошо смазанный, отлаженный механизм. Вы получили ранение именно в танковом бою? Я был ранен в аварии, которая случилась с моим танком в Ливане. Слушай, не до, не после. В каком роде войск вы служили сам? Я был в самом народном роде войск в Израиле. Называются Гулани. Это дивизия Гулани. У меня даже есть татуировка, что это... Подержите, это мы снимем. Да, это татуировка, это значок этих рода войск. Это оливковое дерево. Род войска этот существует, в принципе, с основания страны. Я считаю гордостью то, что я там служил, в этом роде войск. Я встретил очень много интересных людей. У меня отличные друзья, которые останутся на всю мою жизнь. Это незабываемые впечатления. Но это же не только русские ребята, там русские евреи, да? Там уже не делается разделение, кто ты. Ты выходец из России, или ты выходец из Украины, или ты цабар, или ты с Литвы. То есть абсолютно не имеет значения, откуда ты приехал. Важно, кто ты на самом деле и как ты себя покажешь в бою. За что? Роман, ну за что вы воюете? За что? Знаете, Игорь, это сложный вопрос, за что я воюю.
нельзя на него ответить одним вопросом. Я воюю за родину, за друзей или за что-нибудь другое. Это, я думаю, это все вместе. Прежде всего, из-за того, что я уже там был, то мне тяжело сказать, что я этого не видел, или этого не знаю, или я туда не пойду. Я там был, я это уже знаю. У меня друзья, погибли мои друзья, друзья были ранены, друзья, которые я знаю, что, в принципе, если будет война, они пойдут туда, я не могу не пойти. То есть, если я не пойду, я не смогу спать спокойно никогда больше в своей жизни. И если позовут, я знаю, что неважно, что в то время будет, будет у меня семья, дети или что, я возьму ботинки и пойду. А ботинки рядом? А ботинки всегда рядом. Ботинки, железный жетон всегда рядом, всегда лежат в пакетике, всегда приготовлены, начищены гуталином для того, чтобы хорошо пахли уже сразу в бой. Всегда живем в такой стране, в которой нужно быть всегда готовым. Ты знаешь, что может быть, как в последней войне было. Я был на работе, получил звонок, сказали, приезжай. Бросил работу, приехал домой, взял ботинки и на север воевать. אז באותו יום יצאתי, באותו לילה יצאתי עם שיירה של הגדוד של עוד כמה танков. В ту ночь мы в колонии танков и бронетранспортеров возвращались из Ливана домой, в Израиль. חזרה לארץ מתוך לבנון. באיזשהו שלב בשיירה. В какой-то момент два первых танка, которые вели эту колонну, продвинулись вперед, оторвались от нас. И я остался ведущим, потому что лучше других помнил дорогу назад. המשכתי להוביל את השיירה הזאת. עכשיו, בכניסה לכפר יש כמו קשת גדולה כזאת, כמו ב... Через полтора часа мы подъехали к ливанской деревне. Въезд в деревню был сделан в виде арки, похожей на триумфальную арку в Париже. Большая арка на шоссе. יש שער מאוד מאוד גדול מעל הכביש. כשנכנסתי לתוך הכפר, אז עברתי דרך השער הזה עם הטנק. Мы проехали, заехали в эти ворота под аркой, а навстречу нам двигалась колонна резервистов. Мы должны были уступить им дорогу, потому что не было места, чтобы разъехаться. Я съехал с дороги в сторону, чтобы дать им проехать, и мне надо было как-то развернуть свой танк поудобнее. Танк очень большой, неповоротливый. Была ночь. Я приказал своему водителю дать задний ход. А сам тем временем высунулся из башни танка и стал смотреть в прибор ночного видения, чтобы указывать направление, куда двигаться. וזה בסדר, בגלל שברגע שבאתי, ברגע שהתקרבנו יותר מדי לקשת. Наш танк задом подъехал к арке, и я дал команду остановиться. Но водитель не остановил танк. אבל הבעיה היא שאמרתי לנהג, נהג עצור, והוא לא עצר. הסיבה שהוא לא עצר זה בגלל שמה שחיבר אותי לקשר פנים, החוץ... Кабель связи, соединявший меня с экипажем, был поврежден, и водитель не слышал моих команд. שאני מדבר איתו. אז צעקתי לו נהג עצור, הוא לא עצר, צעקתי לו עוד פעם נהג עצור, הוא לא עצר, ואחרי זה הבנתי שהצוות לא שומע אותי. Я спустился в люк, наклонился и попытался исправить повреждения, но было уже поздно. לקחת את הקבל ולחבר אותו שוב, וכבר ברגע בשנייה שחיברתי את זה, כבר היה מאוחר מדי. הטנק נכנס בתוך המבנה, כל המבנה קרס על הטנק. Мы наехали на арку, и огромные бетонные блоки обрушились на танк. Несколько глыбин через открытый люк упали мне на спину. Да? 20 секунд. 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 20 сек
Но когда я приехал сюда, я уже с самого начала знал, что я пойду в действующие войска. Я уже знал, что я хочу быть в Гулане, только в Гулане, в этой дивизии. И старался попасть как можно в более действующие войска, как можно более дальше на передовую, как можно. В мое время это было, я не знаю, как сейчас, может быть, ситуация меняется со временем. Поколения меняются, условия меняются. Но раньше это была гордость. Служить в действующих войсках и идти на передовую – это была гордость. Ты мог этим гордиться и сказать, что я боец. Это было очень важно. И для меня лично это очень важно – сказать, что я что-то сделал для себя, для этой страны, для моих родителей, которые здесь живут, для моих друзей. Для того, чтобы они, ты знаешь, это твой долг. Для того, чтобы эти люди продолжали жить спокойно здесь, в Тель-Авиве, чтобы, как это выглядит, это жить спокойно, чтобы это все продолжалось. Ты знаешь, что ты должен. С тех пор, как эта страна есть, здесь постоянно граница между миром и войной, она может быть пару минут. Никто не знает, когда упадет следующая ракета на города на севере, и никто не знает, когда следующий террорист взорвется в центре Тель-Авива или в другом месте, нам придется выйти на войну на территории, либо в Ливан, либо в Сирию. Никто не знает. И сейчас тоже идутся разговоры, политика. Мы не хотим войны, Сирия не хочет войны. Но все знают, что она может прийти в любую минуту и никуда от этого не деться. Скажите мне, Рон, вы живописью увлекались до войны, до своей службы в армии, до своего ранения? Нет, специально не занимался живописью. Как я начал рисовать, я переехал в этот новый красивый дом, купил мебель и стал обустраивать, а стены оставались пустыми. Мы с моим двоюродным братом пошли в магазин, чтобы купить картины и украсить ими дом. А он неплохо рисует. И сказал мне, а давай сами будем рисовать. Мы подумали, что это хорошая идея. Пошли в магазин, в котором продавались холсты, краски, кисточки. Купили. И так все началось. Офицер – это ваша профессия? Okay. Да. Почему вы ее выбрали? Чтобы то, что я верю, передать другим солдатам и офицерам и построить и подготовить войсковое подразделение. Тогда, если не секрет, во что вы верите? Есть солдаты, которые затрудняются более, солдаты, которые затрудняются менее, солдаты, которые нужно объяснить побольше. Но прелесть командования заключается в том, что взять лично каждого, сделать его солдатом, и воинам. То есть солдат – это прежде всего воин. Вы знаете, вы внешне очень похожи на обыкновенного учителя. И я подумал, что в мирной жизни, в мирное время, вам бы очень подошла эта профессия. Я не прав? Учитель очень может быть. Может быть, вполне такое произойдет, потому что командование – это в какой-то мере и воспитание. Если бы вы знали, чем я занимаюсь на гражданке, я абсолютно не связан ни с командованием, ни с воспитанием, ни с тренировкой людей. А чем вы занимаетесь на гражданке? И сейчас я нельзя об этом говорить, я этим не занимаюсь, но до армии я занимался театром и режиссурой, и продюсированием. Вы не играете на скрипке? Только пою в душе.
Почему вы не рисуете войну? Я не рисую войну, потому что это не дело... Я не рисую войну, потому что война — это такая вещь. Я рисую то, что чувствую, картины, которые у меня в голове. Война — это замечательно. Мне очень нравилось на войне. Был такой период, когда я просто кайфовал на войне, наслаждался всем, что происходит. Вы говорите о войне или вы говорите о своей службе в армии? И о том, и о другом. О войне и о службе в армии. И просто кайфовал. Вокруг взрывались снаряды, летели пули, а я улыбался. Юношеская глупость, наверное. Вот вы мне сказали в самом начале, еще до съемки, что сейчас приходят какие-то новые инструкции. Значит, в случае, если начнется война, я не говорю ничего некорректного, да, что может вас подвести. Нет, все, что некорректно, я не скажу. Да, тайны сохраним. Да. Так вот, это правда, действительно, все-таки какие-то новые. Все время как бы в боевой готовности держатся врачи, все время это есть. Да, особенно после вот Второй Ливанской войны Израиль понял, что на самом деле мы не так были готовы, как мы думали, что мы готовы. В этом плане, конечно, мы хотим, если вдруг, не дай бог, произойдет снова война, мы хотим быть намного более готовы, чем мы были. Мы хотим подготовиться так, чтобы все было как следует, чтобы люди, которые останутся здесь, в тылу, чтобы они чувствовали себя, у них были бомбоубежища, чтобы у них было как следует все сделано. Потому что, опять же, если будет война с Сирией, то это могут быть химические ракеты, которые будут падать на Тель-Авив. Если это будет война с Сирией, то и Тель-Авив будет на передовой. То же самое. У них есть достаточно ракет для того, чтобы попасть в любую точку Тель-Авива. Поэтому сейчас проводится подготовка. Я это знаю не только из-за того, что работаю в больнице, но и видно, и не только, и в армии. Постоянно намного увеличились тренировки в армии, увеличились подготовка. Все это более сейчас проходит на более высоком уровне. То есть после войны мы все-таки поняли свои ошибки и пытаемся сделать так, чтобы не повторить этих ошибок в будущем. Говорят, что евреи совсем не воины. Евреи – врачи, учителя, музыканты, художники, бизнесмены, ученые, но не воины. Вы как думаете? Ло цлену. Улай бе Европа, улай лифней... זה נכון מאוד שמדובר על היהודים בגלות, אבל... Не у нас в стране, может быть, в Европе. Это правильно, когда говорят о евреях диаспоры. Но в ситуации, в которой мы живем сегодня, понятие «еврей» сливается с понятием «израильтянин». А израильтянин должен быть воином, бойцом. Хазак вим хуспас. Вы когда-нибудь все-таки нарисуете свой танк, о котором вы так здорово говорили? Вы спели целую поэму про свой танк. Честно говоря, когда я лежал в госпитале, я сказал себе, что когда у меня будет свой дом, то у входа я повешу табличку, на которой будет нарисован мой танк. Я так и сделал. Посмотрите, у входа мой танк. А, вот там? Да, на входе. Thank you.
Израильтяне любят армию, уважают армию, как я понимаю. זאת שאלה מאוד קשה. הסיבה שהיא קשה זה בגלל שלדעתי... Это очень сложный вопрос. В наше время на самом деле весь мир уважает армию обороны Израиля больше, чем сами израильтяне. היום שהעולם מתקדם ונהיה יותר ליברלי, יותר מודרני, הרבה אנשים מרגישים שלהתגייס. Мир прогрессирует, становится более либеральным, современным, и многие начинают думать, что призываться на 3 года в армию, потратить 3 года жизни на армейскую службу впустую, как они считают, могут только лопухи, а умные люди не будут этого делать. По-моему, большинство израильского общества так рассуждает в мирное время. אז מגיע רוח לחימה כזאת, ברגע שמאיימים עלינו, וכל ה... Но когда появляется внешняя угроза, все объединяются против врага, который угрожает стране. יוצרת רוח לחימה והתקדמות גדולה מאוד. Может ли так думать, скажем, араб, находясь в вашем положении тоже? Вот так думать о том, что, в общем, война человеку на самом деле ни к чему. Им арави яхол лахшов это? Кен. Арави яхол лахшов это. Им ани маафиен эт аам арави ככזה שחושב ככה? Могут ли арабы так думать? В общем-то, да, могут. Но арабский народ в целом – это проблематично. אפשר לקרוא לזה אפילו בעיה. הבעיה היא שאצלנו יש יותר, החילוקי דעות הם יותר מדי גדולים. У нас в стране очень сильные разногласия. Мы находимся в самом сложном регионе в мире, практически на переднем крае. Но у нас нет консенсуса внутри страны. Половина людей в Израиле стоит на левых позициях, половина на правых. Вы, ваша позиция, вы в этом кресле. העמדה שלי אישית זה ש... אין דבר שאני יותר רוצה מאשר לחיות בשלום. קרו אבל יותר מדי דברים בעבר. Моя позиция заключается в том, что я пожертвовал собой, своим здоровьем, и наша страна пожертвовала очень многим, чтобы понять, что у нас нет хороших соседей, которые стремятся к миру. אין לנו שכנים טובים. Как вас зовут? איך קוראים לך? איתמר. Сколько вам лет? בן כמה אתה? Бен 18 и кцат. 18 хвостиков. Вы закончили школу и сразу в армию? Кен. 2 недели после последнего экзамена сразу призвался. И так делают большинство? Взрослые, да. Взрослые – это тем, кому 18. Кен. Я должен вам сказать, что у вас очень красивое лицо. Вам об этом часто говорят? Поэтому меня попросили дать интервью. Почему вы с такой веселой улыбкой, веселыми глазами несете эту службу? Почему? Так это в Израиле, это долг. Так делают все, это единство. И это нужно для государства. И я не собираюсь сочковать. Как часто вы общаетесь с мамой, с папой вот здесь, на службе в армии? Моя мама, как и все мамы, все солдатские мамы, беспокоится о тебе каждый день. Не дай бог не позвонить ей каждый вечер, она получает от нее нагоняй. Поэтому каждый день. Фотографии мамы нет в кармане здесь? Нет, я не верю в такие суеверия. Она в сердце. В Израиле сегодня мир или война? Вот как вы это понимаете? Вот мир или война, или и то, и другое? Конечно же, я хочу мира. Я не пришел в армию для того, чтобы убивать. Я пришел, чтобы защищать. И все мы стремимся к миру. Мы должны...
Израиль, хоть и многие говорят, что Америка нам помогает, и без Америки не было Израиля, я на самом деле так не считаю. Я считаю, что вот евреи, как сами по себе, с тех пор, как они приехали в эту страну, они взяли свою судьбу сами себе в руки. Они строят свое будущее и свою судьбу сами. Они сами воюют, они сами все делают, все сами строят. И Израиль, в принципе, абсолютно самостоятельная страна, которая сегодня уже никто даже не говорит про то, что можно уничтожить Израиль или скинуть нас в море. Говорят. Они могут говорить, но насколько я это вижу, насколько я это понимаю, это будет совсем-совсем непросто. Хотя бы даже подвинуть нас даже на километр, на два, это будет совсем непросто. Вы считаете себя воином? Я считаю себя воином, это раз. Во-вторых, я видел достаточно людей, евреев-воинов, которые не уступят ни одному воину в мире. Это лучшие воины в мире. И это мнение было как бы достаточно старое, тогда, когда у нас не было своей страны, может быть, тогда, когда мы не воевали. Хотя история говорит про Маккабим, которые еще в свое время устроили войну с римлянами, такую повстанческую войну. Но, в принципе, за 50 лет, что мы вот здесь в Израиле существуем и постоянно воюем. 60 лет? 60 лет уже, больше, да. Мы себя воспитали так, и выросло столько много поколений воинов, которые просто ними можно только гордиться. Потому что это лучшие люди, они не только лучшие воины, они еще сами по себе как люди, они лучшие из лучших. Как это для лохамин, что они лохамин? Все амити, все... Там было все по-настоящему, все на самом деле. Одни мои товарищи погибли, другие были ранены. То, что случилось со мной, все это цена, которую мы платим. Если начать снова, то я бы прошел тот же путь и не подумал бы два раза. Задание, которое дается, ну, предположим, бригаде, взводу, батальону, да, может быть выполнено или приказ выполнить его любой ценой? Или все-таки ставится, так сказать, человеческая жизнь высоко в израильской армии? В израильской армии ставится жизнь очень-очень высоко. То есть жизнь любого солдата – это нельзя даже сказать, какая это цена для всего Израиля здесь. Это была одна из ошибок Второй Ливанской войны, что настолько были дороги жизни солдат, что иногда говорили не атаковать только потому, что боялись, что погибнут солдаты и будут ранены. Это была ошибка. Потому что с тех пор, как существует Израиль, всегда, всегда, всегда у нас был лозунг: неважно что, идем в атаку до конца. Есть задача, ее выполняют. Я думаю, это правильный принцип, потому что с этим принципом всегда достигались победы, всегда достигались какие-то цели, которые мы ставили перед собой. Роман, теперь я еще хочу, чтобы вы сняли очки хотя бы на секунду. Да, я знаю, что у вас скоро свадьба. Да, у меня скоро свадьба, я женюсь в сентябре. Ну и вот получил милуим как раз на время своей свадьбы, получил милуим. Что такое милуим? Милуим – это неотъемлемая часть нашей жизни. Всех, кто, особенно тот, кто был в действующей армии. Милуим мы получаем, так сказать, это учение, это продолжение службы, потому что страна маленькая, солдат не хватает. Поэтому даже вот сейчас я живу спокойной жизнью, но это не говорит о том, что мне через две недели не надо будет идти воевать на те же территории или защищать наши границы на севере. Ну и что, вы сейчас пойдете выполнять милуим? Свадьба! Как, ее же отложить нельзя, там все-таки, наверное, как-то милостиво к вам отнесутся. Да, мне сказали, что я могу получить 10 дней отпуска во время милуим. Да, я пойду в милуим, потом я выйду, женюсь, и с невестой потом приедем, наверное, обратно в армию. Как зовут вашу невесту? Зовут ее Елена. Елена? Да. Она тоже из России? Она с Украины. Она тоже приехала сюда в возрасте 13 лет. А как еврей-воин выбирает себе невесту? Как еврей-воин выбирает невесту? Так, как и все, как обычные люди. То есть я не думаю, что здесь есть какая-то разница. Воин, не воин, это что сердце подскажет.
Если любишь, от этого не убежишь. А? Не нужно ли?